Единая Россия, справедливая Россия за правду, КПРФ, ЛДПР, новые люди и самовыдвиженцы. 25 депутатов по итогам выборов 6-8 сентября заняли свои места в Совете депутатов городского округа Щелково. 17 сентября новый представительный орган собрался на первое заседание. Как отметил, вручая удостоверение, председатель территориальной избирательной комиссии Герман Верницкий, сентябрь открыл новую страницу в истории Щелково. Для кого-то из депутатов это новый статус, кто-то продолжает работу, избравшись вновь, как и в прошлом созыве. Председатель также поблагодарил жителей, которые в течение 3 дней могли выразить свою гражданскую позицию, а также своих коллег из территориальной и участковых избирательных комиссий. Первое решение, которое приняли депутаты о начале своей работы. Принять решение о начале работы Совета депутатов городского округа Щелково Московской области 2 созыва приступить к исполнению своих полномочий 17 сентября 2024 года. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Решение о начале работы Совета депутатов городского округа Щелково Московской области 2 созыва принято единогласно. Основной вопрос, который предстояло решить на первом заседании – избрать председателя. На основании устава городского округа Щелково он избирается из состава Совета депутатов простым большинством голосов от установленной численности на срок полномочий. Работает на постоянной основе. По предложению депутата Григора Агикяна на голосование была вынесена кандидатура Марии Тарасовой. Она уже возглавляла предыдущий Совет депутатов. Поддержали ее единогласно. Я уверен, что впереди у нас с вами большая, плодотворная совместная работа на благо нашего города, городского округа и наших жителей. У председателя будет 2 заместителя. За предложенные кандидатуры также проголосовали единогласно. Марина Баева будет работать на постоянной основе, Игорь Шариков на непостоянной основе. В новом Совете депутатов будет 9 постоянных комиссий по основным вопросам жизнедеятельности муниципалитета. По каждой из них разработаны положения, которые депутаты своим голосованием утвердили. Теперь они могут определиться, кто в каких комиссиях будет работать. Работа предстоит долгая. Совет избран на 5 лет. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.